В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем в северных районах будут порывы до 15-18. Температура ночи минус 4 плюс 1, а днем 7-12 градусов выше нуля. В горах местами до плюс 6. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкеске ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 7-9 градусов выше нуля. Деловое сообщество страны отмечает столетие с момента создания первого бюро товарных экспертиз. Его вековая история в нашей стране неразрывно связана с историей торгово-промышленной палаты Российской Федерации и базовой экспертной организации. Структура служит звеном этой системы и работает в интересах государства. Что такое экспертиза в данном контексте? Какие бывают виды и требования и другие моменты работы в репортаже о Альбины Ламковой. Система торгово-промышленной палаты страны служит эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях. За вековой процесс деятельности работа сложилась системная. Она представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса перед властью, но при условии, что они не противоречат интересам общества. Независимость, компетентность и, конечно же, опыт работы служат основными требованиями к экспертам торгово-промышленных палат. Из личных качеств выделяют объективность, ответственность, непредвзятость и принципиальность. Само по себе понятие экспертиза представляет собой исследование компетентным специалистам. Мы проводим экспертизу подтверждения происхождения товара, позволяющую нашим региональным экспортерам экспортировать продукцию в различные государства, такие как страны СНГ, Вьетнам, Сербию, иные государства. Также нами проводятся экспертизы в рамках федеральной контрактной системы при заключении госконтрактов, экспертиза оборудования, автомобильные и технические экспертизы, различного рода товарные экспертизы. Малые и средние компании часто обращаются в ситуациях, связанных прежде всего с внеплановыми проверками, трудностями доступа к госзакупкам, получения кредита. Спрашивают, как получить поддержку институтов развития, организовать экспорт, найти рынок сбыта. Просят разъяснить законодательные вопросы. Крупные компании больше интересуют помощь в решении проблем на федеральном уровне. Нередко вопросы, с которыми приходит бизнес, можно решить только на законодательном уровне. Огромное количество продукции, очень огромно развиты товароотношения, в результате чего предпринимателям необходимо, так сказать, подстраховаться и проводить эти экспертизы в целях выявления качества и соответствия нормативно-технической документации условиям договоров и иных сопроводительных документов. Эксперты торгово-промышленных палат обязаны каждые 3 года проходить переаттестацию и подтверждать компетенцию. Подготовку экспертов проводят учебные заведения по специальной утвержденной комиссии при ТПП РФ программе, после чего их вносят в реестр ТПП-эксперт и предоставляется аттестат, позволяющий непосредственно осуществлять свою экспертную деятельность. Экспертиза торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесии осуществляет свою деятельность в республике с 1993 года. И это уже тоже круглая дата – 30 лет. А в условиях санкций используемая система часто выступает основным каналом связи между российским и зарубежным бизнесом. Благодаря международному масштабу торгово-промышленная палата служит самым понятным партнером для предпринимателей всех стран на всех рынках. Альбина Ламкова, Либостанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программу черкесской редакции. А в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.